Если бы у вас был $1 000 000, на что бы вы его потратили? Поделился бы с близкими и часть пожертвовал бы, а часть вложил бы в дело. А какой частью поделились бы? 10%. Щедро? Нет, не удержусь. Бля, в жопу! На путешествие. Весь миллион на путешествие? Ну, я немножко отложила бы, а все остальное на путешествие. А куда бы поехали? Просто по всему миру. Латинскую Америку. Да, везде. В Антарктиду, Бразилию, Сахару, везде побывала бы. На путешествие. Куда бы отправились? Наверное, по всему миру. На весь миллион. Гулять так гулять. Наверное, да. Ну, однозначно благотворительность, а остальное пока не могу сказать в процессе. А вы? А я не знаю. Не знаю, правда. Ты о чем это? Эти деньги наш билет в хорошую жизнь. Свозил бы маму в Италию. Благотворительность. Себе бы ничего не оставили. Там, может быть, чуть-чуть для жизни то, что необходимо, то, что надо. Нет, то, что надо бы для жизни оставил, а все остальное зачем столько денег? Была бы цель, тогда бы да. Открыл бы театр, может быть, но этого мало. На образование. Потому что если у меня есть куча денег, мне не нужно заботиться о том, что мне нужно выбирать профессию, куда бы я смог пойти и хорошо зарабатывать, я могу изучать, что хочу. Замечательно. Наверное, купил бы себе дом. Вот, и все. Большой дом? Нет, зачем большой? Средний такой. И все, больше ничего. Тогда покупка машины, точно автомобиля. What? А дальше все остальные сбережения в банк на сохранение и увеличение дохода. На путешествие. А вы? Я бы, наверное, инвестировал бы во что-нибудь и попытался бы приумножить. Если бы у вас был $1 000 000, на что бы вы его потратили? Ну, вложился бы во что-нибудь. Во что? В бизнес какой-нибудь. Ладно. Бизнес-план не составлял, поэтому не могу точно. Ну, надо как-то готовиться же к этому событию. Так сначала заработаю, потом подумаю, куда тратить.